Привет, друзья рыболовы! Сегодня я рыбачу на реке Днепр, локация Припять. Поймать я хочу на гусеницу, гадюку двухголовую. Клюет она по дну. В этих местах водится по компасу в сторону буквы Е. У кого нету компаса, ориентируйтесь на бочки, плавающие в камышах. Дальность заброса желательно за 30 метров. Ближе она и не клюнет. Дальше лучше. И то не факт, что она клюнет с первого раза. Ловится гадюка двухголовая на заре, на утренней и на вечерней. Днем и ночью ее нету. Днем. Вот. Маленький двухголовый гаденыш. Таким образом можно пополнить свою коллекцию трофеев и немножко приподняться в рейтинге. Не знаю, какая на вкус гадюка двухголовая, копченая, соленая, вареная, вяленая. Я ее отпущу. Ловите как я, и вы тоже поймаете. А если поймали, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.